Всем привет, меня зовут Желейный Медведь Валерка, и мы находимся на Луне и сражаемся против зомбачков. Только сейчас их почему-то нет. Так, не падать. Ребята, стоп, я хочу вам кое-что рассказать. Если вы хотите попасть в следующее видео мое, то поставьте лайк и напишите ваше имя и доброе слово, и тогда я вас покажу. Как вам такое предложение? Согласны? Только это будет завтра, хорошо? Оп. Так. Ребята, кстати, есть такая еще штука. Самому активному подписчику я, может быть, помогу с каналом. Только это должен быть очень активный человек. Так. Все хорошо. Звездочки есть. Отлично. Так, теперь сюда. Какие-то вот эти штукенцы, которые лучше мне перепрыгивать. Да, которые лучше перепрыгнуть вот так. А то мало ли еще. Теперь нужно сюда залетать. Куда я в космос-то улетел? Ну что ж ты будешь делать? Так, какой космос-то? Мне нужно на месте тут оказаться, а не в космос улетать-то. Так. Справляемся. Все, теперь тут как бы не сильно нужно разгоняться. Фух, не улетели в космос. Это хорошо. Потому что мы уровень прошли. Ух ты. Это что за штуки такие? Ай-яй-яй-яй. Аккуратненько. Да. Ай, нет! Немного не в ту сторону мы полетели. Так, ну сейчас пройдем. Прям. Фух, нас чуть не задел лазер, кстати. Так, и как мне там проходить? Да. Вот, дошел я до флажка, ребята. Забираю тут это все дело и отключил электричество. А теперь вот можно прыгать. Ой, чуть не заделся. Босс? А ну-ка иди сюда, босс. Ого. Смотрите. Пришел тут злодей. Получай. Так, не спеши разгоняться-то. Ты чего-то разогнался. Ой. Эй, ты куда делся-то? Ты что тут задумал? Ай-яй-яй-яй. Тихо. Теперь в эту сторону, да, хочешь? Хорошо. Держимся. Все, ну пропадите вы уже. Все, лазер, уехали. Так, ты что делаешь такое, а? Так. Ай, почему меня два раза он задавил-то? Все, раздавил все-таки. Хорошо. Справимся мы с тобой, я тебе говорю, справимся. Давай. Ай. Да ты что, сумасшедший босс вообще? Нет, ну представляете, как мне победить-то его? Вообще какой-то злой босс-то попался. Д-
да отстань ты от меня. Все, сейчас не попадешь, сейчас не попадешь. Ха-ха,